Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу транспорту Дніпра. В нашій студії директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев. Вітаю вас. Здравствуйте. Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, закінчив Дніпропетровський технікум залізничного транспорту, а згодом Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна. У 2006-му викладав у Дніпропетровському коледжі транспортної інфраструктури. Одружений, має двох дітей. Ігоре, вітаю вас ще раз. Тож, карантин наразі послабшав, але все одно продовжується. Яким чином працює транспорт Дніпра на сьогодні? Чи взагалі проводиться дезінфекція? Процеси дезінфекції ніхто не відміняв. Тобто, дійсно, кожен день, кілька разів проводиться повна дезінфекція подвіжного составу, в частності автобусів, трамваїв і тролейбусів. Проводиться перед виходом на лінію, в обеденный перерыв, ну и, соответственно, после захода на линию. Также нам дали возможность открыть метрополитен в городе Днепре, и, соответственно, там также применены определенные нормы, рекомендации, которых санитарных врачей мы выполняем. То есть, снова же, это дезинфекторы, защищены люди, которые обслуживают станции метрополитена. Несколько раз дополнительно, то есть, потому что до этого тоже проводились определенные работы по уборке станции, но введены дополнительные часы уборки при помощи дезинфицирующих растворов и платформы станции, и кассовый зал, ну и, соответственно, подвижной состав также дезинфицируется. Что касается выхода подвижного состава, мы мониторим это постоянно. Вы можете наблюдать там и мои постоянные выступления в средствах массовой информации и отчеты, которые мы составляем еженедельно. Также у нас есть официальный телеграм-канал, где мы общаемся с интересующимися гражданами. И на данный момент у нас еще не весь подвижной состав, особенно автобусный, работает на маршрутах города, то есть по сравнению с докарантинными часами, да, там, или временами, так называемыми. То есть сейчас на понедельник у нас работало порядка 950 автобусов. В докарантинных нормах у нас было порядка 1200-1250 автобусов выходило в город. Электротранспорт. В відсотках це десь? Ну, можно посчитать, там где-то 75-80% на данный момент работы. Электротранспорт в 100% режиме, ну и метрополитен в 100% режиме. Не открыты еще ряд маршрутов. То есть там есть целый ряд причин. Мы можем об этом отдельно разговаривать, о причинах, которые есть маршруты, еще там порядка 10-15 маршрутов, которые не запущены на данный момент в городе. Вот. Действует норма санитарная по количеству мест в транспорте. Ну, вот таким вот образом. А взагалі, чи є розуміння схеми організації роботи транспорту, щоб мали змогу сісти ті мешканці Дніпра, які не лише на кінцевих зупинках садяться в транспорт? Щоб, що ви маєте в виду? Щоб ті люди, організацію розворотних рейсів, ми постійно робимо організацію розворотних рейсів, ми постійно моніторимо так називаємий час-пік, він міняється. Є у нас мікрорайони, які... Ну, такие выпадающие с общей концепции, ну, например, час-пик в микрорайоне идет в течение получаса.
Вот я вот могу откровенно сказать, Фрунзенский у нас выезжает на работу в течение получаса. То есть в данном случае, сколько бы вы ни имели подвижного состава, в данном случае накопления, вы в любом случае получите какую-либо очередь. То есть у нас проблема не в том, что у нас существуют очереди на остановках или там на промежуточных или на конечных остановках. То есть показатель, сколько человек стоит в очереди, какое время человек стоит в очереди. Да. С карантинными как бы, часами или временами время ожидания человека в очереди увеличилось. Но мы постоянно мониторим, то есть и там, где мы видим действительно критические вещи, когда человек уже стоит больше 30-40 минут, то есть, соответственно, там применяются определенные механизмы, то есть либо доставление подвижного состава, либо организация так называемых разворотных рейсов, то есть это специально выделяется автобус, который не доезжает до своего тупика стандартного, а разворачивается чуть раньше для того, чтобы как раз собрать для того, людей, чтобы забрати людей, людей на которые на промежуточных остановках. То есть эти методы мы применяем. Чи є така схема, коли на кінцевій зупинці не заповнюється повністю автобус, а, наприклад, наполовину, далі автобус їде, щоб забрати Смотрите, достаточно сложно ограничить поток граждан, когда вы уже открыли двери. То есть, знаете, это уже бросание водителей на амбразуру. Да. То есть, если человек видит, что в тупике существует определенное скопление людей, и он в данный момент должен ограничить попадание в подвижной состав определенных людей, масс, да, то есть мы говорим, то это ему, как человеку, достаточно сложно сделать. То есть, это, ну, это конфликт. Фрактація з цілими людьми. Але до нас зверталися... Понятно, це можна робити, але ми до цього не приходимо. До нас зверталися саме мешканці жилмасива «Червоний камінь» та «Парус». Так, і ось там, мабуть, теж є проблеми. Це одні з найбільших жилих масивів. Да, самих, ну, как бы, пасажирообразуючих, ми любимо говорити, в транспорті жилих масивів. І там у мене працює кожен день час пік чоловік. Тобто, да, дійсно, ми наблюдається еще какая-то волнообразность в этих делах. То есть образно там в понедельник нет очереди, во вторник есть, мы принимаем какие-то меры, в среду нет, в четверг нет. Мы понимаем, что этого, ну, то, что мы доставили много, убираем подвижной состав, снова же в пятницу очередь. То есть это такой живой организм, который требует постоянного внимания, мы постоянно мониторим, то есть и мы просим прощения у наших граждан, если они действительно попадают в эти точки. Как с этим бороться со стороны пассажира на самом деле? То есть то, что говорят все эксперты, и то, что говорят некоторые руководители, которые не имеют такого механизма влияния, как в Днепре. То есть, например, Киев. Да, вы послушаете руководителя города Киева, и он говорит о том, что предприниматели или руководители организации должны обратить внимание на то, что в утренний час пик работнику достаточно тяжело добраться до места работы. То есть, если у нас это полчаса, то Киев это полтора-два часа можно стоять на остановке. То есть немножко разные критерии на данном направлении. Потому и идет обращение к предпринимателям, к руководителям организации. Вы могли бы рассмотреть возможность смещения начала работы. То есть не меняя общую длину рабочего дня, можно смещать. Тем вы больше посмещаете вправо-влево начало работы, тем проще будет вашим сотрудникам добраться до места работы. Потому что час пик в нашем городе, он достаточно узкий. Он в целом идет всего лишь часа полтора. То есть чем вы растягиваете тем же количеством подвижного состава, вы распределяете этот пассажиропоток на общее количество транспорта и становится всем легче жить, всем стабильнее. Еще одно питание такое важное. Чи планируется підвищення плати за проїзд маршрутних таксі? Ні? Ну, ми не розглядаємо цей питання, і він не стоїть на повістці дня, і ми навіть об цьому не говоримо. Я не знаю, чи це фейкована вона, що у 113-му маршруті планується підвищення проїзду до 10 гривень. Перший раз я від вас це слышу, і я не знаю навіть, откуда ви це взяли. Зрозуміло, це наші глядачі казали, але вони не змогли надати фотографію. Ніхто не отрицала, баба сказала, да, ну, я вам офіційно заявляю о том, що на даний момент навіть не ведуться переговори по цьому поводу.
А як вдалося впоратися з транспортними колапсами під час стихії у Дніпрі саме у п'ятницю? Смотрите, все достатньо складно говорити о транспортному колапсі. Що розуміння транспортного колапсу для вас? Ну, це встречний питання. Що значить транспортний колапс? Це затори руху, звісно, маршрутів. Ні, це остановка всього транспорту. От 100% остановка всього транспорту, і не тільки общественного. Не только общественное. Тогда это транспортный коллапс. То есть у нас не было транспортного коллапса, вы поняли. Да, у нас были достаточно серьезные остановки в движении, особенно электротранспорта. То есть почему? Автобусное движение все-таки имеет больше вариант маневра. Маневра, да. То есть в электротранспорт он все-таки больше привязан непосредственно к своей контактной сети. А если это трамвай, то понятно, еще и к железнодорожным рельсам, да, образно. Что интересно, то есть мы не первый раз переживаем такие, как бы, примхи, да, погоды, то есть у нас были несколько этапов, и позапрошлый год март, когда у нас выпал снег по колено, если вы помните эту историю, там было гораздо хуже, то есть мы уже подготовлены, достаточно сделано выводов из этих историй, и, ну, нам повезло, можно так сказать, что это произошло в пятницу по обедни, вот так, да, выражается. То есть действительно был сорван вечерний час пик, то есть достаточно сложно было в пятницу вернуться с работы домой. Все использовали в данном случае в максимальном виде автобусное движение. Вот. Но за выходные, за субботу и за полвоскресенья все обрывы были уже восстановлены. И понедельник мы вышли в 100% своем графике, по сути. То есть что мы увидели? То есть обычно вот такая вот погода несет в основном один вид неисправности. Это при падающем дереве обрыв контактной сети, либо при падающем дереве происходит затор на автодороге. Вот и все. Давайте лечить деревья, чтобы они не падали, и у нас будет все хорошо. Дякую вам за відповідь. Я, наприклад, періодично їжджу на велосипеді на роботу. Прекрасно. Як ви гадаєте, яке питання в мене до вас? Ну, коли у нас будуть велодорожки? Звісно, ну, наверное, саме немного, це. Да, наверное, не мой вопрос, потому что велодорожки – это немножко вопрос благоустройства. То есть департамент транспорта не занимается, там, не знаю, строительством і благоустройством автомобільних дорог. Але ви, мабуть, можете це питання все ж таки піднімати. Смотрите, у нас є ціле профільне управління в цілому департаменті благоустрою, яке профільно займається тільки цими питаннями, тому, вероятніше всього, потрібно задати цей питання їм. Моє личное мнение, то есть это не официальная позиция, личное мое мнение как жителя города Днепра. То есть, конечно, нам недостаточно велосипедных дорожек, даже не обсуждается. Те велосипедные дорожки, которые у нас существуют, они находятся в неблагоприятном состоянии. Но вы должны четко понимать, что инфраструктура велодорожек может привестись в порядок только после производства капитальных ремонтов улицы. Капитальных ремонтов. То есть просто так нарисовать велодорожку на каком-то участке улицы и просто, чтобы она работала, такого произойти не в состоянии. То есть в процессе, длительном процессе капитальных ремонтов тех или иных направлений участок улицы можно будет создать эту инфраструктуру. Сейчас говорить об инфраструктуре велодорожек, ну, невозможно, их просто не существует. Так, але у 2017 році влада Дніпра казала, що через 2-3 роки буде кожен район міста з'єднаний велодоріжкою. Все залежить від фінансування, ви повинні розуміти, діло не в цьому. Тобто велодоріжка, як участок дороги, це не складно. Я говорю о сеті велодоріжок, щоб ви сіли на парусі і приїхали на Тополь на велосипеді. Я об цьому говорю. Тобто тому потрібно звертати увагу. Тобто велодоріжку вам на районі, та взагалі які проблеми? От вам велодорожка, правильно? Ми говоримо о велосеті. Мережа, ми говоримо о велосеті. А о велосеті зараз говорити не приходиться.
Конечно, эти велодорожки, когда они появятся, потом они сформируют какую-то велосеть, то есть необходимо будет выстроить логистику для того, чтобы они где-то пересекались, при этом существовали совместно с автомобилистами, потому если вы пользуетесь велосипедом, вы четко знаете, что автомобилисты не особо не реагируют на велосипедистов. То есть это проблема уже не Влады, а сознание самого определенного социума людей, как они к этому будут относиться. То есть, а если, не дай бог, появится еще и светофор непосредственно для велосипедистов, как на это будет реагировать определенное количество социумов, которые сидят непосредственно за рулем. То есть это такие сложные социальные вопросы, которые, они не могут для них идти. Потрібен, звісно, час, але треба рухатися в цьому напрямку. Без проблем, конечно. Ви, мабуть, знаєте, що є програма розвитку велоінфраструктури Дніпра, яка розроблялася. От ви починаєте, ми ж з вами говорили, це немножко не мой профільний вопрос, для этого существует целое управление в департаменте благоустройства. То есть это я вот со стороны жителя там города, то есть вижу, что происходит, и да, действительно, у меня есть свое видение, но управлять этим процессом я не собираюсь. Добре, тоді будемо саме до вас питання ставити. І як ви гадаєте, метро, наше дніпровське метро, чи може воно стати окупаємим? И приносит прибыток. Смотрите, ни один метрополитен в мире не имеет окупаемости как инфраструктурный объект. То есть метрополитены в мире рассматриваются только как решение социальной проблемы по передвижению граждан внутри города. То есть вы должны понимать, любой мегаполис, который заполняет общественный транспорт, и количество жителей на единицу площади мегаполиса становится там критической массой, то город не может обойтись без вот такой вот артерии, которая подразумевает передвижение под землей или над землей. То есть некоторые города уходили от метрополитенов, то есть вот если говорить о Берлин, там S-Bahn, то есть они находятся на втором этаже. То есть, хотя там есть андеграунд, там есть подземка, но на подземке особо никто не пользуется. Пользуется второй S-Bahn, то есть это железная дорога внутри города. То есть идея в том, что вы выносите на другую плоскость перемещение граждан. Вы ровень с автомобильными дорогами, пересечение этих автомобильных дорог доставляет определенное дополнительное время для того, чтобы переместить с одной части города в другую. Но появление или не появление метрополитена внутри города ни в коем случае не считается как коммерческий проект. Там есть момент, особенно европейцы, когда делают драфты каких-либо проектов, они пересчитывают время конкретного горожанина в пути на валовый внутренний продукт, грубо сказать, самого города, то есть экономику самого города. То есть имеется в виду, если вы меньше будете тратить времени на проезд, значит вы произведете больше полезной работы на работе, вы сделаете больше продукта, больше продадите, больше заработаете денег, больше отдадите налогов, и этих налогов пополнят бюджет. Вы поняли? То есть они умеют просчитывать даже эти моменты. Розрахунки зараз ідуться щодо по поводу чого? То есть существует так называемое технико-экономическое обоснование, и оно существовало всегда и в момент начала строительства, то есть проект тот 79-го года, он тоже начинался с технико-экономического обоснования. Но вы прекрасно понимаете, каким образом появился метрополитен в городе Днепр. Ви пам'ятаєте цю історію? Не пам'ятаєте? Якщо поділитись, буде дуже добре. Тобто була така внегласна, внегласно-гласна позиція Радянського Союзу, радянської влади. Якщо міст становиться мільйонником, в ньому з'являється метрополітен. Тобто в определенний момент Дніпропетровськ тоді став мільйонником, тобто і піднявся питання, ще й приїжджав, не помню кто, или Брежнев, или Хрущев, извините меня, я точно не помню, кто-то из генеральных секретарей ЦК КПСС был в Днепре, и было предложено такое вот масштабное строительство. То есть в результате чего этот
метрополитен появился в городе Днепре. То есть, понятно, при выполнении какого-либо проекта, особенно такого громадного инфраструктурного проекта, существуют так называемые технико-экономические обоснования, и они, ну, имеют место быть. А якщо знаєте цифру, скільки людей саме зараз користуються метро? До карантинной нормы в сутки мы перевозили порядка 12 тысяч. Ну, а это зараз, звісно, где-то около 8, кисть. Да. Кисть. Да. То есть 12 тысяч, при этом где-то 60% – это льготная категория. Яка зараз ситуация с метро? Які планы по відкриттю центральных станций? То есть существует проект, вы все знаете, да, то есть генеральный подрядчик, компания «Лимак» турецкая. Можливо, знаете ситуацию на сегодня саме? Ну, есть общая, как бы, общеизвестная информация о том, что «Лимак» в полном объеме и в полном, как бы, темпе не может выполнять свои работы, так как не могут получить разрешение от службы гоструда на проведение буровзрывных работ. То есть это, конечно же, останавливает проведение проходческих работ тоннелей. Ну, вы должны прекрасно понимать. То есть по-другому выполнять проходку в наших условиях грунтов невозможно. А получить это разрешение они не могут уже в течение года. Вот вам ситуация. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи, можливо, ви знаєте, чи може громадський транспорт у Дніпрі на якомусь етапі почати працювати без кондукторів? Звісно. Чи є план дій? Смотрите, у нас существует огромнейший план дій. Он связан с реформой вообще законодательства Украины, что касается в обслуживании общественного транспорта, в первую очередь именно автобусными. То есть ни для кого не секрет, что автобусные перевозчики, то есть те, которые работают на автобусных маршрутах, а это у нас город, то есть если принять в 100% пассажиропотоке, то автобусный, именно автобусный транспорт, уникальность в этом, он занимает порядка 65-70% перевозких пассажиров, то есть это не Харьков, это не Киев. Вот когда нас сравнивают там, а вот в Харькове, вот в Киеве, так не бывает, потому что в Харькове таки развитая очень сеть метрополитена, и там автобусное движение там занимает порядка 15-20, грубо сказать, процентов от всех перевозок. То есть все остальное метро, плюс трамвай, троллейбус, там, ну, в нашем случае метро вообще не говорится, да, то есть в докарантинных рамках, если мы говорим там 12 тысяч метрополитен, то общий пассажиропоток города Днепра в докарантинные времена это порядка 800 тысяч пассажиров в день. То есть 12 тысяч пассажиров, 12 тысяч только метро. В Харькове это совершенно, ну, противоположные вещи. Киев совершенно противоположные вещи. То есть Киев без метрополитена просто останавливается. То есть коллапс. Мы немного смотрим на Одессит, то есть на Одессу смотрим в сравнении каких-либо аналитики и все остальное. Но в данном случае мы имеем несколько проблем. То есть все сейчас модно говорить об электронной форме оплаты проезда. То есть моя личная позиция и позиция ряда экспертов, с которыми мы общаемся, что в данном случае, в данном законодательном поле, которое имеет сейчас Украина, ввести полноценный электронный билет просто невозможно. То есть ситуация заключается в чем? У нас существует коллапс так называемых взаимоотношений. Ну, я их так называю. То есть есть треугольник, есть городской совет, он же является по закону заказчик всех перевозок в городе. Ну, так, на него такое полномочие возложено. Есть автоперевозные, автоперевозчики, в нашем случае это частные предприятия, потому что есть в городах еще коммунальные предприятия автобусные. Днепр уникальный в этом случае, у нас нет коммунального автобусного транспорта. И есть пассажир, который пользуется этим видом транспорта. Так вот, пассажир напрямую платит за услугу по перевозке пассажиров перевозчику, частному лицу перевозчику, да, а требует улучшение качества обслуживания от городской власти. То есть вам не кажется, что коллапс взаимоотношений? То есть вы приходите в парикмахерскую, вас стрижет парикмахер. Если вам не понравилось, как он вас постриг, вы просто второй раз туда не придете.
Правильно? Вы будете выбирать другого парикмахера. А в данном случае у вас нет альтернативы. Вы в любом случае должны пользоваться этим общественным транспортом, потому что нет другого транспорта. Но при этом постоянно жалуетесь в городской совет, потому что он, видите ли, заказчик. Я говорю о чем? Давайте закончу мысль. Мы, как городская власть, должны иметь право заказать услугу перевозки пассажиров во всем городе. Через систему публичных закупивель, Прозора, Дозора и так далее, Просто нанять эту услугу. Но при этом мы должны иметь право все деньги, которые собираются за проезд в городе, снова же куда? В городской бюджет. То есть пока вот этот треугольник не выровняется, запустить систему электронного билета, ну и, соответственно, ответ на ваш вопрос, я считаю, полноценно невозможно. Дякую вам за всі пояснення. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про роботу транспорту Дніпра з директором департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігорем Маковцевим. А всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!